Алекса, стоп. Соня, у меня влог. Ты рада? Да. Можно эту историю рассказать во влог? Я сама могу ее рассказать. Я сейчас расскажу. Во влог, мне кажется, можно. На меня, пожалуйста, камеру перейдите. Так. Я все расскажу. Давай. Я расскажу всю правду. Анастасия, желаю здоровья, в ноги, в руки, долгих лет жизни. Потому что это был, вот так был ужас. Если бы меня так фотографировали всегда, я бы не вылезала из-под плинтуса. Я бы думала, что я самая страшная женщина в мире. И люди просто, когда меня увидят, они будут пугаться того, насколько я некрасивая, я их буду просто пугать. Давай сначала. С тобой связался американский фотограф. Да. Предложил. Я свадебный флорист. Я должна. Это не потому, что я изменила Анастасию. Я Анастасию не изменяю. Все запомнили. И я должна участвовать в коллаборациях как можно большим количеством людей. Участвовать в стилизованных фотосессиях. Он попросил только букет. Только букет я согласилась. Потому что, конечно, у нас что-то в этом году перестали предлагать. Обычно флористам оплачивают хотя бы... Ну, то есть, естественно, никто не оплачивает работу, так как все стилизованные фотосессии это для того, чтобы все развивались для нетворкинга. Но в этом году перестали оплачивать даже стоимость цветов. Когда мы предложили, ну, давай поучаствуем, местный свадебный салон, все будет в свадебном салоне, фотограф, один букет, ну, как бы окей, надо это шумиху какую-то наводить, давайте сделаем. Ну, вот я поучаствовала. Я купила самые дорогие цветы, я купила все полностью на свой вкус, потому что, как бы, я делала букет для себя. Он еще на меня посмотрел и говорит, давай ты будешь у меня модель. Я говорю, ну, типа, окей, давай, что нет, я же на любой кипиш. Интересно. И вот так получилось очень хуёво. Ты можешь, кстати, даже в влог выложить фотки, я разрешаю. Окей. А еще я тебе когда покажу, что можно делать с лизианом. Мне очень вот этот цветок нравится. Это как называется? Это ранункулюс. А вот ранункулюс. Ранункулюс Клуни Ханои. Клуни. Этот цветок стоит, как крыло самолета. Клуни. А это лизиан. Смотри, что с ним можно сделать. Вот он так сейчас выглядит вообще. Не ломай, я знаю. Я не люблю, когда ты начинаешь разворачивать цветы. Такое-то насилие над цветами. Будет. Не надо. А это анемон. Боже мой, обожаю. А это мне анемон нравится? Анемон. Вот анемон мне нравится. Анимон. Смотрите, какой анемон. А вообще прям раскрытый. Он открыт этому миру. Вот он просто. Открылся, это тоже трава. И пион мне тоже недавно нравится. Вот это вот? Да. Мне кажется, она растет такая. Это квиксант роза. Это роза. Самая популярная свадебная роза после белых, потому что у нее такой вот цвет, который... Вот смотри, вот на этой очень хорошо видно. Это blush pink. То есть не pink. Не коричневый, но а блаш. Вот такой вот блаш. Да, она единственная. А, вот такие у меня были на день рождения. Какие? Вот эти вот. Слушай, я их жалею, конечно, это надо было вытянуть, они не очень подходят в этот букет. Я что-то всунула, но... Ничего. Ну, it's okay. В общем, красиво. И Соне сделали... и съемка была в свадебном салоне. И... Салон выглядит очень прилично со стороны. Не на фотографии. Он очень большой, кирпичное здание в центре города. Город 40 минут от нашего города. Это, ну, городок маленький. Городок, но это пригород, это все одно в одно вытекает. То есть здание, шикарнейший потенциал, шикарная лестница на входе, свет. Вот эта вот фотография, мне больше всего нравится, сейчас покажу. Это лестница, которую Соня выпросила сфотографировать. Вообще ему очень нравилась вот эта стена с вот этими розами. Он считал, что это просто amazing and perfect. И, в общем, прислал вот эти фотографии Соне и попросил ее не стесняться, enjoy процесс. А еще про платье расскажу. Я ему объясняю, что чувак, говорю, сделал, ну, где-то около 40 свадеб в этом году. Я заметила, что сложный букет сочетается с простым атласным платьем хорошо. Когда платье из кружева, должен быть чисто розы или чисто кала-лилу. То есть простые цветы, простой букет должен быть и маленький. Посмотрел, послушал меня, покивал, да-да-да, все по-американски. Я говорю, давай найдем простое атласное платье. И оно было одно, самое популярное платье в этом году, самое популярное. И я, кстати, вчера просмотрела Duke Mansion Instagram. У них же очень дорогие свадьбы. Практически все невесты там в атласных платьях. Ну, если фигура позволяет, то все чиповые платья лейс, но
Парадокс в том, что простое классное платье можно купить за $200 просто в простом магазине с хвостом. И выглядит как шикарная невеста. Короче, оно было единственное на манекене, его заставило снять. Он потоптался и такой мне: ну ты не против в двух платьях сфоткаться? Я говорю, ну конечно не против. Не себе просто, ну я с рукавом хочу, бля, притараканил меня. Наверное, из всех кружевных, ну короче. В общем, мы сейчас, Соня, приехала, потому что букет, я так понимаю, тебе... Травма психологическая. Ну и букет, я так понимаю, тебе отдельно тоже не фотографировали, у тебя его нет. Нет, он сфотографировал букет, и там одна фотка в той ссылке есть. Но мне тоже не нравится. И сейчас будем у Сони, ну и красиво, видим, у Сони платье. Все под чики-пики. Сейчас будем... применять все мои навыки и умения. Будем возвращать самооценку на место. Да, сейчас этим мы займемся. Ну, поехали. Соня ушла, все отсняли, одела пижаму, едем к Рите благодарить этот, кого мы едем благодарить, себя, вселенную. А ты же изучала правила праздника. Thanksgiving. Да, я знаю, что президент по традиции помилует две индейки. Эти две индейки живут в таком отеле, что я даже не знаю. Еще их милуют. Как-то неприлично, честно говоря. Почему? Мальчика и девочку. По-моему, так. В общем, Thanksgiving у нас. Мы благодарны очень друг другу, да, Ром? Да что такое, на праздник же не праздник. Да про что? Да откуда я знаю? Да просто ты благодарен и все. Надлобим хлеб сейчас. У нас. Кто мы там? Паломники, пилигримы. Ну, господи, нет, не надо сейчас углубляться в историю, потому что это все очень грустно. И как и многие праздники, он трансформировался уже в совершенно другое. И это больше такой семейный здесь праздник. И он здесь как-то отмечается, так как, мне кажется, вот как у нас Новый год. Ну, факт, выходных куча. И вчера в магазине все прям так друг друга поздравляли, обнимали прям. И вот когда увидятся, знаешь, там увидимся уже, знаешь, вот как мы говорим, в следующем году, уже после Нового года. Да, кстати, и вот на Рождество вот... даже работают магазины, хотя бы полдня, сегодня не работают вообще. И это очень семейный праздник, очень вот собираются прям близким кругом, вот только очень-очень близкими. Поэтому мне кажется, по духу очень похоже именно на наш Новый год. Сегодняшний Thanksgiving. А трансформировался он уже в то, что уже никто толком не помнит, либо не хочет вспоминать ту историю. Так и не вспоминай. Откуда оно пошло? Так ты ж начинаешь со своими пилигримами. Это очень семейный добрый праздник. Так ты ж начинаешь. Газлайтинг. Так и живу. Это я так живу. В абьюзе. Я в абьюзе живу. Наша постоянная эстафета, кто из нас больше в абьюзе живет. Ром, ну я выиграю. Как главный абьюзер, конечно. Это газлайтинг сейчас. Поэтому собираются с семьей в этот день все вместе и благодарят за кого-то или что-то, за то, что имеют. Ну, это, предполагаю, верующие Бога, видать, благодарят. А мы будем благодарить друг друга и Вселенную. Да? Так ты, получается, агностик? Получается, что так. Я точно не знаю, кто это, но, допустим, если ты так сказал, то я как покорная жена соглашусь. Чувствуете пассивную агрессию? Нет. Пассивная агрессия – это ложь. А я сейчас искренне. Что ты покорная жена? Ну. Поехали. Так
посмотри, нарядили прям. Нарядные. Красиво-то как. Очень классный олень стоит, точнее, лосось. Лосось, да, стоит. Это мои подарки, Лики, хозяйственные. Яйца от Дуки. И подарочки. Подарочки. Так, сейчас главное мне, чтобы Моника никаких затяжек не поставила. Hello, кто это? Это, по-моему, харьковчане какие-то. А, Моника, боже мой! Моника! Подожди. Монечка, тебя обрили, тебе же холодно. Заходи скорее. Монике холодно. Моника. Тыры-тыры-тыры-тым-тыры-тыры-тыры-тым. Давай, все. Ой, это Сашина подушка тоже, У меня тоже нашла подушку для Сашиной подушки. О, боже, сколько счастья. Hello, kids. Привет. Рит, да? Какая ты нарядная. Привет, я Настя. Я Паша, тебя можно снимать во влог? Ну и мало ли, я там знаю. Так. Харьковчане, я как угадала, харьковчане. А что, почему? А, просто яйца, сырые яйца. Это что, да, а там снизу пирог. Боже, какая красота, красивейшая. Боже, потрясающе. А можно к вашему мужскому составляющему как-то присоединиться? У нас ничего нет. В смысле? А у нас ничего нет, кстати. У Эдика не тоже. Рит, у тебя должно быть. Нет, у меня ничего нет. Ты можешь им не говорить. Поехал, но... Нет, а можно сказать. А мы сегодня поехали, а уже все закрыто. А ты бы, а что ты, а сейчас можно было бы поехать? Чего ты ждала до утра, до сегодня? Ну все закрыто! О, в 3 часа дня. Блять, конечно, закрыто все, какие. А как прокисшего ничего нет? Прокисшего? Кефир есть. Ну, много надо выпить. А Рита еще говорит, задержка. Вот она, наша семья, все будут засняты. Эндрю, ты нормальный человек, у тебя есть? Эндрю. Что? Есть у тебя что-нибудь? Welcome. Рит, а ты влог что не снимаешь, что ли? Снимаю для обложки. Ага. Потрясающе. Очень так, красиво. Давай, ну, хочу вот так давай сделаем. Я вот. Давай. Подержи. Алекса, keep going. Настя, что делать, говорю, надо? Подожди, я влог снимаю. Короче, мы вышли, у нас прогулка с Моникой, а тут НЛО прилетело. Я не знаю, вам сейчас видно, нет? Сейчас. Сейчас ни хрена не видно, но, короче, вам придется поверить на слово. Сейчас круги, знаете, как на полях. Так вот здесь вот сейчас... Как это называется? Галло. Нет такого слова. Красиво, да, красиво. Смотри, ой, это, да. 15 про, ну покажи, на что ты способен. Ой, ну. Гало. И даже звездочку видно. Мушка такая. Вышли, народ, погуляй. Индюшка очень вкусная. Ну что, Настя вообще не сняла ничего. Ну, смотрите у меня во влоге. Ну, смотрите, какие гало. Переадресируй ко мне. Переадресаруй. Я как это называется? Переадресуй. Сейчас приду домой, если там что-то осталось, я сниму, вам расскажу, как все вкусно было. У меня есть фотография, и... она еще не разрезана есть. Да, да ты что? Вышли с ним? Вышли. Да. Все было вкусно. Ничего страшного. Я, правда, пюре не принесла. Я забыла. И у нас нет вообще... Не, у нас все нормально. Рит, если бы ты не вспомнила, нормально все прошло. Зачем ты вспомнила? Я принесла клюквенный сироп. Или как я принесла? Соус. Я сама готовила. Я только баночку купила в Трейдер Джо, сама готовила.
Итак, следующий день после Thanksgiving. И ощущение четко, как 1 января. Еду на работу. Это, наверное, самое худшее, что можно было придумать в этот день. Но еду, что делать. И позвонила Марине, Рите. Говорят, правда, очень похоже на... Даже сейчас погода, мне кажется, такая 1-январская. В общем, see you next vlog, my dear friends. Боже, какая красота. Так, еду на съемку. Последний фрагмент. Боже. Разговоры на работе. Как вы отметили Thanksgiving? О, еле. Как вы собираетесь? Сначала было, как вы собираетесь отмечать, кто куда идет и будет есть. И недавно у нас зашел разговор за то, какой самый любимый праздник. И многие американцы для меня, вот, к моему удивлению, говорят Thanksgiving. Я говорю, почему? Они говорят, я люблю поесть. Ну скажите, чем это отличается от Нового года? Это же просто праздник живота. Что является грехом, кстати. Еду на съемку со святой женщиной. Все, я пошла. Потом перезвоню, все, давайте.